Привет, друзья мои. Сегодня у нас очень прекрасный день, короче говоря. Понедельник, новая деревня. Новая не деревня. Не девочки, мальчики, не новая деревня. Старая. Да, и старая улица. Сейчас покажу. Кстати, у меня скоро вот эти зацветут. Вот. Герашка. Да. Герань. Ваня, вон она там. Круглый делает. Вот она. Вот она, ребят, хурмушечка. Хурмушечка. Вот она. Вот. Растет все-таки. И тут тоже полил сегодня. Это у меня хорошенькие такие цветочки. Но я люблю цветы. Девки, мальчишки. Все любят. И мальчишки, и девчонки. Это, видите, как я придумал. Мамкина вот эта фигня была. То есть, когда у мамки много было таких вот. И вот, я теперь придумал вот так теперь. Шторки вот так вот, да. Классно. Да, это типа лайфхак. Да, вот она манимся. Вот такие у нас эти машинки. Пятерочка у нас. Вон там пятерочка у нас. Короче, вот так. А это модница. Модница! Короче, вот так. Жизнь, скажи, прекрасно. Ой, только что, скажи, съела голубя. Ой, хороший вкусный голубь был. Да, Маня? Маня, голубь хороший был? Да? Хороший голубь был? Прекрасный, скажи. Ой, обожралась. Да. А он мне тоже съела. Так что, как говорится, ловить надо уметь. А моя кошка умеет ловить. Да. Короче, вот так вот. Девки, мальчишки, снега у нас вот сколько. И еще магнитная стена у меня. Ага, магнитики. Короче, ладно, мы... Всем здоровья, счастья.